Озвучено каналом Партизан. О, нет. Все намного хуже, чем я думала. О, черт. Эй, здесь посол! Что случилось? Ну-ка, помедленнее! Друзья, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Да кто же это все устроил-то? Пожалуйста, помогите мне. Харпер, Бургер Пенс. О боже, что с вами случилось? Метатон и мисс Маффет. Две их копии. Где они? Они их забрали. Какая же ты дурашка четвертая. Ладно, я дам тебе немного передохнуть. Как-никак ты сделала достаточно. Хоть я и так тебя балую, но не будет лишним поощрить твое послушание. А теперь иди. Восьмой ждет тебя. Маффет, пошевеливайся. Простите, генерал, уже иду. Выдвигаемся, детишки. К счастью, когда они ушли, я смог освободиться. И затем помог своему товарищу. В панике мы кое-как смогли убежать. Нам удалось выбраться. Но остальные... Что с ними происходит? Я не знаю, это ненормально. Мы должны спасти остальных пострадавших. Эти метки разрастаются по всему периметру. Вам нужна медицинская помощь. Я даю тебе достаточно времени, игрок. Так в чем дело? Для начала ты бы мог рассказать им, что происходит. Ты им не доверяешь? Их сущность тебя не устраивает.
Мы их можем исправить прямо сейчас. Вместе. Нет! Фриск, что-то не так? Нет, извините. Кросс, добро пожаловать в Омега Таймлайн. Этот денек для всех выдался непростым, но я рад тебя снова видеть. Я разве не говорил тебе, что справлюсь в одиночку? И я прислушался к твоему решению. Ты бы все равно оказался здесь. В этом месте безопасно. Тебе нужно успокоиться. Не трожь меня! Я не просил о помощи! Эй, Дрим не сделал тебе ничего плохого. Жестокостью ты ничего не добьешься. Просто оставьте меня в покое. Дрим, тебе нужно восстановиться. Позволь помочь с одеждой. Это все неправильно. Неужели я проиграл? И что мне, черт побери, теперь делать? Я знаю, что тебя трудно переубедить, так что позволю тебе решить самому, присоединиться ко мне или нет. Трудно переубедить меня? Я здесь лишь потому, что потакал любым приказом, словно шавка. Я больше не хочу в этом участвовать. Лишь крепкие души достойны крепких испытаний. За мной уже достаточно потерь, чтобы поверить в это, мэм. Взгляни вокруг. Произошедшее в один миг лишило дома почти всех здесь присутствующих. К счастью, тот необычный человек и скелет в желтом с радостью приняли нас. И раз мы выжили, то нам нельзя опускать руки. Они разболтали вам обо мне, чтобы я передумал, не так ли? Они лишь уточнили последние неизвестные нам детали. Ведь у нас так и не было времени узнать друг друга получше. Королева Ториэль, вы были правы! В том ресторане подают свежий улиточный пирог. Король заказал для вас стойка. Воу, чел, это ты! Давно не виделись, братан. Я тебя еле узнал в этой странной одежде. Назад! Похоже, он никого из нас не помнит, доктор. Так он и вправду стер память этим ребятам. Ха. Какого черта ты несешь? Скажем так. Действие X-Гастера не первый раз приводит к проблемам. Был некий фрагмент твоих воспоминаний, до которых мог добраться только он. И больной перфекционизм вынудил его стереть их навсегда. Хочешь сказать, что в прошлом он творил то же самое? Поначалу тот пожилой товарищ мирно бродил себе туда-сюда. Но потом он пересек черту и использовал всех под предлогом тайных миссий. Его скверная сила стала показывать ему фрагменты из будущего и переросла в опасную зависимость. С тех пор он не брезгует вредить другим, пока это не влияет на избранный им путь. Вы, может, и его создание, но не заслуживаете страданий за его амбиций. Печально, что тот господин не извлек урок. Оу, блин, все еще помню тот день. Суета была знатная. Не могу не посочувствовать ему. В чем вообще смысл? Ясно ведь, что ничего не поменяется. Было бы легче просто уничтожить такую чуму, как мы. Послушай, юнец.
Возможно, битвами или словами поддержки все и всех не спасти. Однако абсурдно отрицать свое же существование лишь ради исправления чужих ошибок. К сожалению, мы не знаем всего, через что тебе пришлось пройти. Но я считаю, что вам, ребята, силы воли не занимать. Однажды мы и сами убедились в том, и это достойно восхищения. Похоже, что тебе нужно побыть одному, так что увидимся. Пойдем, Фокс. Говорил же, его зовут Тоби. Нет, Фокс. Тоби. Фокс. Пожалуйста, угомонитесь. Знаешь, в прошлом ты позволил Найтмару помочь тебе. Не будет ли справедливо дать Дриму тот же шанс? Нет. Тебе стоит вспомнить, что сподвигло тебя зайти так далеко. Глянь-ка, какой милый рисунок ты тогда нарисовал. Я нашел его после твоей ссоры с Инком. Я был наивен. Это уже не важно, с меня довольно. И это все, что ты скажешь? Оставь меня в покое. Я поговорила со всеми смотрителями. Теперь все в курсе ситуации. Отличная работа, Поппи. Кросс сейчас спит. Поэтому нам нужно перенести его в белую пустоту, пока он не проснулся. О, хорошо. Но могу я спросить, зачем, дедуль? Скоро стемнеет. Как ты себя чувствуешь? Наверное, устал. Не против, если я побуду здесь, пока тебе не полегчает? Делай, что хочешь. Мне жаль, что я не смог помочь тебе ранее, но тогда было неподходящее время. В тех условиях все пошло бы не по плану в любом случае. Прямо как с Инком. Мы были хорошими друзьями, но различия в идеалах вынудили нас разделиться. И все же, когда Ау стали разрушаться, я помог ему сохранить рассудок. Я знал, что он пытается держать меня подальше от вашего создателя. Их радость творения совсем не походила на позитивное чувство. Твои мысли уже слишком долго окутаны печалью. Но твоя душа пытается сбежать от темноты. Если мы не предпримем что-то сейчас, заткнись. Твои последние позитивные чувства угаснут. Кто бы ни обещал вернуть мне свободу, в итоге использовал меня для своих прихотей. Я верил во всех, словно олух. И я не повторю своих ошибок снова! Не пытайся отрицать то, чем ты на самом деле являешься. Тобой правит разочарование. Ты полон боли, так поделись ей со всеми. Невзгоды всегда берут вверх. Я не упущу возможности вернуть этот якобы идеальный мир в свою угоду. Только взгляни, как масса негативной энергии от этих созданий меняет вокруг них саму реальность. Такова их цель. Им нужен я.
тебя достаточно, Найтмар. Да неужели? Но мы ведь только дошли до самого интересного. Я скучал по тебе. Любим по-жесткому. Кросс, мне все равно, если ты мне не доверяешь. Я не брошу тебя здесь. Что такое? Уже выдохся? Ну, похоже, тебе очень больно. Возможно, пришло время сдаться. Ты все равно никому не нужен. Я Стой. Теряю Что терпение. Ты делаешь? Так нечестно! Ублюдок! Не смей травить на меня своих кукол! Это... Сгинь прочь, чертов выскочка! Все знают твой величайший страх, старый пердун. Та кнопка, что ты достал из жопы, не даст тебе то, чего ты хочешь. Ого, какой густой и страшный туман. Теперь понятно, почему ты хотел перенести Кросса из города. Пришлось бы не сладко. Кросс неосознанно закрыл себя в некое подобие барьера, изменяющего реальность. Очевидно, что Иксгастер превратил свои создания в нестабильных существ. На том поприще нет места смерти. Лишь бесконечные страдания, делающие Найтмара сильнее. Дрим пытается спасти Кросса, однако... Энергия того места забрала почти все его силы. Мы можем хоть что-нибудь сделать? Да, есть способ изменить исход. Ах. Как же больно. Я не понимаю. Ты дал мне сделать выбор самому. Но ты все равно меня используешь. Посмотри, что ты со мной сделал! Все знают, чего ожидать, и лишь я один ни черта не могу понять. Да? Да пошло оно все к черту. Злодей ли я за то, что сделал? Все достойны второго шанса. Какой смысл считать себя не пустым местом в реальности, заполненной тысячами версий нас самих? Важна каждая жизнь. Наша личность не ставит нас выше или ниже других. Нет ничего злого или эгоистичного в попытках покончить с тем, что убивает тебя изнутри. Ты не пытался наказать себя. В твоих решениях был проблеск надежды. Я убил их всех. Я даже не был самым сильным. Я предал и унизил их ради ложных убеждений. Кто поймет мою горечь, когда мое же существование так походит на фальшивку?
Я понимаю, правда. Поэтому я и хочу тебе помочь. Кросс. Боль твоего прошлого не должна взять верх над твоим настоящим. Ты был силен, и ты верил. Никому не отнять у тебя волю королевского стража. Я так давно перестал видеть во всем смысл. Но этот цвет, он возродил меня. Когда мы в последний раз ощущали подобное, ребята? Да, наши корни лишь имитация, созданная по шаблону с других. Но наша гордость, наш опыт. Может, они и делают нас уникальными. Дрим, так ведь? Смотри, не подведи, малой. Хоть я и на 500 лет старше тебя, но можешь на меня положиться. Я готов. Поехали. Да пошло оно все нахрен, босс. Да, тобой я займусь позже, бесполезный кусок мусора. В твоей душе еще полно страхов и тревог. Я чувствую их. Вы все еще в ловушке. Эта постыдная гордость долго не протянет. Ты будешь молить меня о пощаде. Кросс! Чёрт! Ты не готов узреть свое будущее. Они никогда не простят тебя, Кросс. Брат, за что ты нас убил? Ты отвернулся от нас! Предатели вроде тебя не заслуживают прощения! Мы тебя ненавидим! Кросс, соберись! Я тебя прикрою, продолжай сражаться! Давай выбираться отсюда! Жалкое зрелище! Вы никуда не уйдете! Ваши усилия обречены, ваша борьба бессмысленна. Плевать на исход, вы мои! Кросс тянет время для финального удара. Дрим, это твой последний шанс. Целься в Найтмара из лука. Помощь на подходе. Давайте, сможете, убивайте этих червей. Вы справитесь. Пробежите им по самой не хочу. Я давайте, уделайте этого получится. Самого Сквидварда. Вперед! Глупцы, ваши мольбы безнадежны. Ну что ж, так давай убедимся.
Наша сделка еще в силе. Тебе не сбежать от меня, Кросс. Когда бы ты ни страдал, кому бы ты ни вредил, я буду рядом, словно твоя тень. Я заставлю тебя захлебнуться в своих глубочайших страхах и тревогах. А когда настанет день твоей погибели, я приду за всеми, кто тебе дорог. Эй, ты. Желаю удачи не спятить от болтовни своего придурковатого босса. О, помяни дьявола. Мистер любопытный господин? Вот вы где. Здравствуйте. Я предполагал, что вы захотите переговорить после увиденного. Мы даже посадили вас под одно из ваших когда-то любимых деревьев. Поаккуратнее с тоном в мой адрес. Я здесь лишь по одной причине. Поведение этой штуки довольно занимательное. Как вы можете обращаться со своими созданиями, словно с вещами? Их чувства не просто реальны. Они ваше отражение. Вы ведь не без причины ворвались в ту битву. Прошу, скажите мне. Эмоции отвлекают меня, ничего более. Каждый из вас строит обо мне свое собственное мнение, осуждает на его основании, не желая признавать мою истинную сущность. Довольно неприятно, не находите? Изолировать себя от реального мира ничем не лучше. Однажды вы научитесь доверять другим. Мусору место на помойке. Я ставлю только то, что того достойно. Есть столько возможных сценариев. И вы все равно гнете свою линию в этом. Мы оба знаем, что будет дальше. Почему ты настаиваешь? Я не хочу терять вас из виду, если вдруг захочется поговорить с кем-нибудь. Мне не нужна твоя жалость. Боже, почему вы такой упертый? Все мы были, каждый в свое время. Спасибо, что вылечили меня, ребята. Тот старик так и не удосужился этого сделать. Хотел бы я помочь тебе чем-то еще, но мне нужно время, чтобы восстановить силы. Все норм. Беженцам ты сейчас нужен как никогда. Ты уверен, что ты сейчас будешь ходить в этом? Ты внес неплохие изменения, но, блин, надень хотя бы чистое. Не. Просто говорю. Итак, что это за двери? Они связывают альтернативные вселенные с этим местом. Но из-за эррора они сейчас на ремонте. Значит, ты решил пойти с Экс-Гастером? Я понимаю. Ты не хочешь, чтобы он использовал тебя, если ты останешься здесь? Не только. Я должен снова увидеть своих...
В таком случае, прежде чем отправиться в оригинальную вселенную, есть еще кое-что. Ты должен взять с собой Инка. Вот почему мы здесь. Ты будешь доставлен в антипустоту. Что? Антипустота? Разве Инк не с Икс-га... Ну чё, Карифаныч, попрыгали? Да вы издеваетесь надо мной. Ты разберешься, когда прибудешь на место. А теперь иди, времени мало. Я Кросс! Возвращайся поскорее, нам есть о чем поговорить. У тебя все получится. Только не забудь нас в этот раз. Удачи, воин. Можем отчаливать. Эй, маразматик старый, а мои эмоции тебя отвлекают? Ты что-то скрываешь. Что именно ты от меня хочешь? Я хочу, чтобы ты заткнулся. Secret missions?
I wonder what kind of things he forced us to do in the multiverse before the X event.